Игра номер два. Так, поехал. Все, давай. Ванек стартует. Не, нормально, игру начал. А? Так, одна кегля у него и ноль пока у меня. Ну, новая игра же. Нет. Чего нет? А чем тебе мой шар не нравится? Ты. Это потому, что он черный? И... Круто. А? Побить ты не несу. Ага. Вот так батька страйки выбивает. Так, стопэ, камера, стопэ, стопэ, не падай. Нам еще нужно записать целых 20 минут позора Ивана. Страйк? Серьезно? Да. Ну, вон, видишь, крестик? Я их не вижу. Я знаю. Ублюдок. Да. Второй раз танцевать не буду. Будешь? Уже на даче. На этот раз джигу. Нафиг его знает, первый раз повезло. И... Не, чё, неплохо, чё? А? Неплохо, чё? Могёшь, говоришь сам-то. Где моя пепси? Мне нужен заряд. Ага, давай, сбей ещё нафиг камеру этим. Это тебе не бар, чтобы бросать через весь стол этот. Рюмку эту. Или что это? Бокал? Извини, привычка. А, ну да, привычка. Алкаш, хрена. Не, нормально, если бы там были кегли, то попал бы. Но там нет кегель. Ага, давай выпьем для точности. Да не, мне не наливай. Я пропущу, да, пока? Хотя, фиг с ним. Наливай, по полной. Так. Так, сейчас я должен промазать два раза. Он везучий сукин сын. Ублюдок он. Молодец ты, говорю, молодец ты. Ублюдок он. Молодец, молодец. Че ты там говоришь? Молодец, хорошо играешь. Я знаю. 26. Ну смотри, если сейчас убью астрайк, я не пойду. Если я убью астрайк, сейчас 22, да, он мне будет. Да? А нет, 21. Ну 10, прибавь к твоему числу. А, ну да. Верно. 21. Но это при условии, если ты выбьешь страйк. Да, а я его не выбью. Мало ли, может сейчас случится, что два раза подряд и три, и больше. Может ты спортсмен прирожден. Боулингист. Ну, либо если ты сейчас еще эти три собьешь, тогда тоже плюс... Если ты еще эти три собьешь, еще плюс 10, так что не все потеряно. Восемнадцать, 26, я пока лидирую. Нет. Блин, ну ладно. Фу. Все-таки бильярд мой спорт. А боулинг мой. Надо сейчас на раздевание дать боулинг. Осенил себя игра. Осенил себя игра. Этого я не знаю.
Да. Черт. Да ты лидируешь, ты чего, успокойся. Я хочу, чтобы быстро. Да ты успокойся, я тебе говорю. Успокойся. Я сразу так делал. Свинтус. А Санта наверху, а? А Санта наверху это. Мышь пускал. Вот что я тебе скажу. Так. Сейчас пару минут подожди, блядь, время ждет. Бросай давай. Да. Да, я свинья. Не, нормально. Фу. Ну да, не по идее сейчас. По идее страйк, и счет сравняется 24-34 в мою пользу. Сука, если вы решили, я промажу два раза. Ничего за себя не отвечаю. Я могу и попасть. Случайно. Фига ты бьешь, шар улетел же. Вон туда. Вот прям отскочил от бортика и ху-ху, левую сторону. Сломаешь оборудование, чувак. Ну ладно, все равно этот боулинг завтра закрывают. А? Почему закрывают? Ну боулинг же закрывает это. Да. Фу-фу. Ну все, боулинг закрывается завтра. А? Боулинг завтра закрывается, все. Да? Больше не будет? Да. А почему? А фиг его знает, без объяснения причин. Мало говорит. А, то есть она увольняется? Ну как сказать, ее берут на другое место работы. Ну, эти же наниматели, только в другое место. В этот кафе «Сказка». Вот. А этот все боулинг закрывает. Так что считаем, мы самые последние игроки в этом боулинге. Можно сказать. И бильярд закрывается? И бильярд, все. Это, и же, куда, это же общее. И куда теперь ходить нам шары катать? Ну, по старинке, в руку берешь и катаешь. Гейтс, иди! А, да, точно. Сейчас пугача пущу. Да, никак в прошлый раз не опозорился. Сильно не опозорился. Двадцать 24-37. Мед, мать его, или малина, мать ее. А чем тебе это не страйк? А? Чем тебе это не страйк? Не страйк. Страйк, мать его, или сплит, мать ее. Страйк, он цельный. А сплит, он с двумя. Да. Страйк хуже сплита, сплит хуже страйка. Логика, да? Что лучше? Бильярд. Бильярд. Что? Повтори. Да. Э, что, нормально обыграли? Ну да. Давай, сбей 4 оставшихся. 4. Сзади еще одна. Да. Работай булками, работай телом. Ты ж так хорошо танцуешь ван дамма. Фу.
Ладно. Фигня, пострадали. Ну из-за тебя я промазал целых две кегельки. Вот и сейчас обратно. Сам ты днище. Там, где я сейчас. Не, ну ты там сейчас точно, да, давай, бросай. Ну, давай. Ари, соседям вниз проломишься. А? Соседям вниз проломишься на первый этаж в столовку. Ну, палец болит. Ну, левый бросай. Ага, у тебя вторая есть? Рука есть. У тебя ноги есть. Ты можешь вообще ноги? Это чувак, у тебя 10 пальцев, устал всего один. Бросай двумя. Вот так вот. Знаешь, как китайские палочки приматывают к пальцам? Вот так уже кидай. 33-45. Ай. Не, вон это не мое. Ну. Играй в футбол, значит, можешь там лучше. Футбол, да, еще можешь. А когда я успел набрать 33 очка? Он забил 33 за работу. У меня 45. 30? Я третий раз скажу. Будто ты понял? Он тебе будто там обладал. Я масло. А мне похоже проклятие двух левых кегелек. Они никогда не падают. Эй! Зато Ванёк их сбивает. Чувак, целься правее. А чё, гады не пускают? Чего не выпускать? Все нормально. Бросай. Ты же второй раз кидаешь. А? Ты же второй раз кидаешь. А, да, что ли? Забыл, что ли? Один раз кидаешь только раз страйк. Вот сейчас они опустились. Опа! Я помню. Давай. Оплакивать поражение. Щегол! Как вот закон будет, когда кто-то нагибает. Пиздюм! Сам-то приблизил свой танец снова. А вот сейчас точно так же, только вправо. Или мне кинуть? Мочи эти гребаные кегли. Ванёк, представь, что это твой деканат. Который поставил тебе 4, а не 5. Так что давай. Представь, что это те гады, которые это не сделали. Видал? Ха-ха. Главное только поставить цель. И твоя цель это деканат. Ха-ха. Молоток. Ваш. Ну, как эти первые кегельки
А тут до этого кидал. Давай! А мне пробить эту кегель. Я ж снял его, как ты мог? Опять подхватить это? Я не знаю, как я подхватил проклятие двух кегелей, но они всегда теперь не падают. Что проклятие черного шара на тебе двух кегелей? Не, черный шар приносит неудачу. Я выбил в нем два страйка. 74-44. Угадайте, в чью пользу? Правильно, мою. Хрена ты бьешь? Хрена ты бьешь соседям? По потолку. Я на зоне же. Так выбери шар, в котором дырки пошире. Твой шар. Ванёк, тут принцип девственницы не подходит. Дырки, они не расширяются. Опять после шутки не зашла. Ну что ж такое? Что за непробиваемый чувак, а? И... Вот видишь? Нормально. Три кегельки осталось. Говорю, три кегельки у тебя осталось. Сбил почти все. Чтобы не было мозолей на пальцах, не надо ими часто это... Заниматься... Кие-мацами. Кие-натиранием. Да, кие-натирай. Не натирай ки часто. Давай, давай. А, ну все, последние броски остались. Подошва-то не скользящая, зацепился. Я должен набить 90 очков. Ну давай, один страйк и будет стотня у тебя. А, да, последние бы два броска же осталось. У него и у меня. Охренеть! Почти. Почти, чувак, почти. Давай, тебе осталась одна кигелька. Ага, тапка у них, да? Давай, бросай своим розовым шаром. И... Молоток попал, красавец. А, ну все. Так, ну, ты все равно выиграл, да, я прошу. Разбежал. Вот же сволочь, каким-то образом выбил страйк сразу. Ладно, на моих бросках делаю. А, ба-ба-ба-ба-ба! Ты бросил мой шар, придурок. Ёкарный бабай! Чувак, я тебя страйк выбил? Да, ты у себя страйк выбил. 74? А, да, вон. Одну кегельку. Где моя богиня удачи? У нас же 15 минут есть. Еще 15 минут? 19. А, 19? Ну как раз. Но я победил. Да. Да. Так что... Иван, да что вы тверкинг делаете? Я иди в баню. Фу, фу таким быть. Хотя кто бы говорил.